В понедельник цены на нефть незначительно корректируются наверх. Однако в пятницу по итогам торговой сессии нефть марки Brent и WTI резко снизились в цене. Так, нефть марки Brent опустилась ниже $52 за баррель, а нефть WTI ниже $49 за баррель. На текущий момент нефтяные котировки находятся под давлением и существует несколько факторов. Первый – это негативные данные от компании Baker Hughes, которая отразила, что по итогам минувшей недели количество буровых установок в Соединенных Штатах выросло. До этого негативную статистику опубликовал Американский институт нефти, а также энергетическое информационное агентство, которые показали существенный прирост коммерческих запасов нефти в Соединенных Штатах. Надо отметить, что в последнее время коммерческие запасы постепенно прирастают. В совокупности те и другие данные оказывают негативное влияние на нефтяные котировки. Кроме того, недавно стало известно, что Саудовская Аравия не собирается поддерживать инициативу о продлении соглашения по сокращению добычи нефти. Также саудиты заявили о том, что в целом ОПЕК придерживается такой позиции, так как не собирается способствовать развитию сланцевой добычи в Соединенных Штатах. Безусловно, подобные известия очень чувствительные для инвесторов и для рынка нефти. Ну и, пожалуй, третий фактор – это предстоящее заседание ФРС США. Эксперты ожидают повышения процентной ставки. В целом рынок уверен в этом на 90%. И на прошлой неделе в целом все товары корректировались в цене, в том числе и нефть. Если ставка будет действительно повышена, это будет способствовать укреплению доллара, а значит и в целом все товары будут находиться, цены на все товары будут находиться под давлением. В целом сейчас негативная ситуация на рынке нефти сохраняется, и мы предполагаем, что в ближайшее время падение цен на нефть может продолжиться.